Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Окрошка, Дикий Волк, как всегда, очень много подписчиков. Пацанчики, скажите крутые слова. Всем привет! Сегодня у нас очень классный режим прятки. Я буду играть за аниматроника. У нас очень большой корабль, на котором пацаны будут прятаться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Я не ожидал, что здесь такой здоровенный подвал. Я так вкратце посмотрел на эту карту. А здесь оказывается миллион нычек. Это тот случай, когда беру карту для пряток, потом целую серию не могу никого найти. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем и поднимаем настроение. Я слышу чайку. За чайку никто не играет? Нет. Ой, люштрап так прикольно окончено спускается с лестницы. Я знаю, что кто-то из вас прячется вот здесь вот. Я чувствую запах там собаки. А я не собака. А ты кто? А я собака в кепке. А, собака в кепке, извини, я перепутал. А я тебя видел, а ты стекло сломал, дверь открыл. Так, подождите, я так не гуляю, я хочу с вами. Ты возле машины приседаешь. Ты присел, такой смотришь, задумываешься. Ой, как рядом. А кто я там, видел, а кто там выглядывает из-за красной машины на меня? Это не я, это... А кто это у нас? Отлично! Нычка очень хорошая. Зачем ты мне сказал, что ты меня видишь? Я бы тебя не нашел. Димас, я тебя тоже видел. Ты да? О, так я могу предметы хавать на этой карте. О, я тебя вижу. Я псих-убийца, я пожиратель диванов. Я могу тпхаться же, я же забыл, ну... Ну что нет, я... Ты можешь. Как это? Могу? Могу. Нет. Сейчас, подожди. Вот как-то не могу. Ты сглазил мое телепортирование. Рахитное. Да что такое? Я в каких-то вонючих... О, я знаю из-за чего. Надо включить стандартную карту. Камеру. Все. И сразу все стало на свои места. Крошка, крошка, ты ж так быстро их всех не ешь. Оставь меня парочку. Я ни одного не съел. Да, давай объединимся, давай я тебя жду на этом же месте, где ты возле машины был. И вместе пойдем. Дима, смотри, слушай звук. Да ты не переживай, мы тебя найдем. Ты думаешь, кто ты? Герой. Так, машина это не естся. Так, я слышу, кто-то тут лупашит. Какой рахитный аниматроник. А привет, ты кого взял? Димас. Ты кого там взял? Трапа. Так, а где ты? Дима, ты прям передо мной прошелся. Да? Он так по ступенькам кончено поднимается. Да, да, я знаю, надо кого-то другого ой, брать. Ой, крошка. Так, подожди, он где-то здесь. Так, внимательно чекаем. Собачки такие маленькие и у них текстур. Ладно, идем дальше по кораблю. Можно нас троллить специально. Привет, Димас. Видишь, он всегда нас видит, получается он нас троллит. И... Да, я уже знаю таких, как вижу. Ты. Я вижу, как ты дверь открываешь и все. Не-не-не-не-не, это не я, это мой двойник. Так, крошка, где ты? Я там же, искаю. Искаешь? А я сейчас возьму, короче, другого аниматроника. Который будет более лучше ходить, потому что этот реально так криво ходит. Марионетка? О! Ой-ой-ой, вообще сильно. Сейчас мы немножко откорректируем внешний, передвинем. Ой, я кого-то рядом сошел. О, все. Я взял аниматроника, который реально очень топовый. И нигде не застрять, так как это с другого пилпака совсем. Ой, здесь такие звуки прикольные. Крошка, я могу крошка, ты рядом. Ой, я могу тпхаться. Кого ты нашел? Вот это я кабан жирный. Красавец. О, Димас, привет. В каюте был. В каюте опять это в туалете сидел, да? Да. Так, я с тобой, где ты? Ты где-то высоко, да? Ой, я в капитанском мостике. Он там был. Ты чику взял? Да. Она, кстати, не застреет нигде, у нее очень хорошая хитбокс классно сделанный. Молодцы, ребята. Она может быть невидимой. Да, она, кстати, может невидимой ставать. Но я буду видимый всегда, потому что карта и так большеватая. О, я знаю, что я сейчас сделаю. А, крошка.
И лазер здесь стоит. Смотри, что мы сейчас сделаем. Опа, мы можем поудалять здесь эти люки. Чпонькс. А, так это не рассчитано, да, что мы должны были удалить? Теперь-то пропали текстурки все. Я упал в тисер. Умный человек. Кажется, кто-то на улице. Его нету. Здесь. Здесь. Никого нету тоже. Кто-то, я слышу, монтировкой лупашит постоянно. Не переживайте, ребята, мы к вам идем. Меня никогда не найдете. Ой, я уже где-то такое слышал. А крошка, ты знаешь, что ты можешь на предметы нажимать, они исчезают? Те, которые на карте статические, не статические. Я знаю. Сейчас, давайте мы вот сюда еще. Тарахитная чико. Так, вот здесь вот. О, я спускаюсь. Я не спускаюсь. О, я зови... ты рядом со мной. Я? Прям очень рядом. Так. Да блин, Дима здесь раз передо мной прибежал. Да? Да. Так тебя не видно, ты, наверное, невидимка. Нет. Отлично. Я так спрятал все, что я тебя вижу. А он хавает все предметы на планете. Ого, здесь радиация фигачит. Ничего себе, не-не-не. Блин, крошка, не могу их найти. Они сильно запрятались. Я слышал, кто-то возле кают. Да. Кто-то стреляет. Да-да-да, я иду на выстрелы. Иду. А, мы с кем-то в одном комнате находимся. А, Димас, нет. Не надо. Я уйду. Отлично. Я нашел. Я уже запереживал, что я никого не могу найти. Думаю, что такое? Ладно, давайте возьму тоже плюш-трап, и мы сейчас похаваем все предметы в этой комнате. Они нам реально мешают. Вот так вот. Все, что нам не надо, все съедаем. И стекло съедаем даже. А теперь, пацаны, от нас не запрятаться. Так, сколько уже аниматроников? Ой. Сколько живых? Так, я. Подождите, пацаны, кто аниматроник? Давайте перекличку сделаем. Егор и крошка. И я, да? Три на три получается, да, у нас? А, и Павел зло. А, Павел. 4 на 2. Нет, 3 на 3. Нас трое, вас трое. Все четко, пацаны, найдем. Я всю карту ломаю полностью сам. Да? Ну ладно, ломай. Если даже ты будешь ломать, это все равно не поможет мне найти. А если что, я знаю, что сделаю в конце. Я взорву настолько ядерную мощную бомбу, что этот корабль взорвется и потонет вместе с тобой. Как Титаник. Не, даже быстрее. Это будет такой взрыв. Там невозможно будет выжить никак вообще. А я выживу. Не, это такая ядерная бомба. Даже в гуд моде мочит. Себе хп пропущу, и я выживу. Не, ой, там уже гуд моди убивает, при чем тут хп? Пацаны, ну что, вы еще нашли кого-то? Нет. И я никого не нашел. А кто остался? Сундук? А? Кто остался? Я и фантом. Это какой-то читер. В смысле? Вы маленький читер. Я такой сижу возле двери, здесь никого. А мы тебя найдем, я всю карту ем. Я просто всю карту съедаю. Это не поможет. Это поможет. Нет, не поможет. Я убил фантом. О, фантом молодец. Я, кстати, это на капитанской рубке свернул корабль, он теперь плывет на берег. Мы все взорвемся. О, знаете, аниматроники, давайте, знаете, где, пацаны, все соберемся? Тут есть, короче, катер, маленький, на котором можно плавать. Давайте, я вас всех тут жду. Так, 1, 2, 3. Ну что, запускаем? Давай, поехали. Ой, звук пошел. Все отлично, ребят, немножко дергается, но ничего. Вы на катере поедете? Да-да-да, мы вокруг этого катаемся. Большого корабля и смотрим. Нифига себе, он здоровенный. Так, где же он может прятаться? Я залез. Да? Да. Я вас через стенку слышу. Ой, прикольно.
кто ты сейчас был? Так, подождите. Где-то он здесь, я вот чувствую. Я через стенку увидел руки. Знаете, кому надо взять? Надо взять аниматроника, который бьет через стенки. Бонька прошел. Зря ты с нами так. Мы с тобой. Мы к тебе со всей душой. Чья-то рука. Сейчас. Я в стенку смотрю, там рука показывает. Слышь, так нечестно. Щенок, ты так классно запрятался. Я улетел как можно. Так, пацаны, все, сейчас будет взрыв. Ой. Аллах, бабах. Ой. Вот я хотел взорвать взрыв дистанционно, но не получилось, что-то пошло не так, и взорвалось моментально. Да почему, когда я прилепляю бомбу, она сразу взрывается? Вот это жесть! И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Концовку. Там все миллион взрывов просто сделали, ну мне это нравится. Очень много.